Я его прекрасно слышу, прям хорошо. Я что-то вас всех тихо слышу. Да, вон школа, чё? Да паркую прямо у школы, выйдем из... Может, переговорим. Я сейчас не переговорю, подожди. Заезжай прямо туда, по-моему. Вот и мины разминировались. Все? Знаю, я слышал всего два. Это дым, это дым. Я у дома. О, окей, я хотел тебя сюда выстрелить, если что. Снял наверху. На первом этаже двое, на первом этаже двое. Снял, если что. На первом этаже двое, Димаш, ай, по мне стреляет, кто? Свой? Я по верхнему, по второму этажу стрелял, по окну стрелял. Еще ну, раз, туда, блин. На первом этаже двое, один по лестнице, на поле, один перед в комнате. Дробовик и галат. Я в том этаже еще есть. Я по нему пострелял, но он убежал. Сейчас проход на первом этаже, не выйдет. Так, вот где убили одного, наверх еще один тип лежит. Где, слева, справа? А, получается, я забыть тоже вход и направо. Гранаты сейчас свои, да? Мы, я кидаю. Смотри, я уже там справа. Я вошел с противоположной стороны. Я слева. Ну, если ты сможешь поставить, мы вышел так, чтобы я подошел вместе с тобой, я был в этом. А, ты где? Да, на юге. Тут, кажется, враг, да. Эго востоке, стоп. Тут сейчас еще. Вижу свой первый этаж, да? Свой первый этаж? Да-да-да, двое вперед, своих. Поехал, переехал, вперед, 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 вперед. Парень, слева от вас комната была, убили? Спитер, можно залезть на второй этаж через машину. Окей. Слева, слева, крыша. Какая граната хорошая. Это за... Раз. Что за хипстеры какие-то? Чеченские хипстеры. Там в ластах один вообще. О, я двоих убил. Найс. Чья граната, кстати, была? Террорист в ластах, блядь. Снайпер. Снайпера? А где, кстати, он? Он умер. Нет, я о том, что где он вообще. Его не в канале отстрел хардмод, блядь. Без рации, что ли, играет? Да. Ну, походу. Кто? Снайпер без рации играет. А? Так он систему сносил, заново установил. Если он мод установил, значит, у него должна быть рация. Фиг его знает, мы не перекидываем. Пейк это по один всех убивает. Чё он, кстати, зеленый? Ой, синий, он же должен быть красным. А там, короче, гранату туда закинет, заложник. Танка нормально прилетела. Блин, да, даже не с 15 к этой ГРУ и все. Он вышел, как он пистолет. Прошаренный. То, что он на фоне красного, красных, как бы, это нормально. Да, понятно. То у него даже более для подсветки. Катя, типа, он опоздал над писями сидел. Так это ж не его миссия. А, я понял. Он вообще с пистолетом был, начнем с этого. Угу. Вся надежда на дотузу? Прикурись. Я в них никого не попал, да? Попал? Установ. А чё ты типа, да, на карниз лезал? Пусть гранату закинь там. Ой, чё. Ай-яй-яй. Отлично.
Она всех убила. При этом, как бы, первая свободная. Сейчас будет убивать директора, хорошего. При этом, она единственная, кого убила, директора. Директора, да. И это была вообще флешка.